Всем привет! Вы на канале Ламвива! И сегодня мы будем ложить вот такой 3D-пазл. Ну что ж, поехали! Начнем открывать. Сейчас, подождите быстренько. Тут у нас есть инструкция. Достанем, что там такое есть еще. Опа. И тут у нас зверьки. Носорог. Жираф. Лев. И слон. 4 зверька. Ну что ж, начнем ложить с первого. Носорога. Надо все, вот все детали выкалывать. Вот так. Ну вот первая деталь выколена. Ну ладно, встретимся, когда я все это уже сделаю. Ну вот, я уже все выколывала. И это ложим подальше. Вот у нас есть тут детали. Первая деталь это у нас... Ладно, берем это. Прицепляем голову. Вот такую голову. Тут есть дырки. И дырку в дырку так просовываем. Ну вот, так у нас получилось. Продолжаем дальше. Вот так. Так. Ложим ногу. Вложили. Вторую ногу. Тоже уже вложили. Вот такой у нас пока что из носорог получается. Делаем вторые лапки. Так. Ну вот так у нас получился вот такой носорог. Поехали дальше. Дальше у нас есть лев. Начинаем. Выколывать детальки. Ну вот, я уже все детальки отсюда выбрала. Это ложим подальше. И ложим детальки. Вот. Прицепляем шерсть на голову. Так, ноги. Ноги, как у всех зверей, не одинаковые. Нужно смотреть, какие берем. Это, наверное, сейчас посмотрим. Одинаковые и эти не одинаковые.
посмотрим. А, вот, вперед есть эти. Вот это вот сюда. Ну, а так, пока что у нас получается лев. Тут ножки. Ну вот, такой у нас получился лев. Лайк. Поехали дальше. Сейчас у нас жираф. Ну вот, все детальки уже тут. Это берем подальше и начинаем ложить. Ложим голову вот такая. Рожки, ушки, щечки. Вот, пересоединили. Так, у нас есть меньше. Кто любит жираф, ставьте лайк. И напишите об этом в комментариях. Приложим ножки. Так. Вот такая у нас пока что жираф. Прицепляем еще ножки. И уже тогда закончим жирафик. Так. Последнюю деталь присоединяем. Вот. Это последняя ножка у жирафа. Ну вот, у нас жираф уже готов. Вот такой у нас жираф. Прикольный получился. Поехали дальше. Дальше у нас слон. Самое последнее животное. Ну вот, я уже все детальки. Тут у меня. Это ложим подальше. И начинаем ложить. Первое ушки. Всегда мы начинаем, я начинаю всегда с головы, вот так.
Посмотрим. Так, ноги, посмотрим, одинаковые у нас есть, вот эти не одинаковые, эти тоже, я, наверное, поняла, вот смотрите, вот эти две одинаковые ножки и эти две, посмотрим теперь, где какие, вперед такие. Так, можем вторую. Это, кстати, последнее животное. Там. Ножки присоединяем и уже закончим. Последняя деталька на сегодня. Все, слоник готов и самое последнее животное готово. А, тут немножко ножка так сдвинулась с места. Подождите немножко. Подправим. Ну вот такой у нас слоник получился. Надеюсь, вам нравится. Ну а если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!